Сегодня я купил сыр, второй марка Delicate, салатковый, сыр Тапу Черчелло, Черчиего. В общем, сыр для салата. Стоит около 1 евро, куплен в Польше. Сделан тоже в Польше. Бедроу, которого марка, да? Или что за марка? Ну, открываем, в общем. Точно как дедушки Наварро. Пробуем. Я считаю, что шикарно. Что-то типа творога. Но очень-очень соленый, вкусный.